чувств. Знаешь, ты не заморачиваешься гордыней, завистью, тупостью, жадностью, ревностью. Ты представляешь, у тебя приходит какое-то чувство в голове, и ты понимаешь, а, вот люди вот это состояние называют, чувство называют ревностью. Представляешь? У тебя приходит чувство состояния. А, вот что люди ощущают, когда они злятся. Представляешь, какое состояние? И это внутренняя, постоянная целостность и блаженство. Опа, блядь, как я хочу этого состояния. Вот это называется освобождение.